Всем привет! Сегодня я вам покажу вот такую вот коробочку. Сейчас покажу, что в ней. Это был заказ. Это скрапбукинг. Здесь вот такая у меня упаковочка. Все упаковала красиво. Заказали в подарок на день рождения, поэтому решила упаковать вот так вот в коробочку красиво. А здесь такие вот желания. Это коллектив рабочий поздравляет своего сотрудника с днем рождения. Исполняем твое желание. Тайский массаж. Передача любого дела. Оплаченная мойка автомобиля. Признание твоей правоты. Билет на фестиваль «Жара» в Крокус Сити Холл. Сертификат на маникюр. Видеосюрприз. Сертификат в планетарий. Выезд на природу с вином и шашлыками. Время отпуска. Освобождение от обязанностей по работе. Сертификат на стрижку в барбершопе. Поездка в Пушкино на базу отдыха. Ужин у сотрудницы. День комплиментов. Оплаченный ужин в ресторан в темноте. Бонус. Повтор любого желания. И под конец пусть наш бизнес прорвется к успеху, так что в этой книжке будет гораздо больше страниц, и все чеки будут 6 нулями. Вот такая позитивная книженция получилась. Отправляется она у меня в Москву. Ну, а если кто-то хочет тоже порадовать своих коллег или друзей, или любимых людей таким подарком, обращайтесь ко мне. Буду рада выполнить на заказ.